Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Defense. И у нас в Париже, как мы видим, осталось всего лишь 3 миссии пройти, чтобы полностью закончить эту карту. Так, это у нас 1.14, да, не пройденный на 3 звезды, поэтому попробуем начать именно с него. Так, ребята, ну что же, вы помните, да, в этой миссии меня очень довольно-таки быстро разбирали. Я не знаю, тут еще... По-моему, будет прибавляться сейчас армия. И, если я не ошибаюсь, побегут собаки. Побегут или нет? По-моему, должны. Так, ну что же, ладно, мы подождем пока. Начнем, наверное, с наших собачек, скорее всего. Ух, тут еще, смотрите, ребята, летехи ползут. Это не есть гуд, на самом деле. Так, собак, видимо, не будет, да? Ну что же. Тогда, наверное, нам надо приступать, потому что... Бегуны бегут и... Так, смотри-ка, еще пришла там подмога. Так, собачка не справляется одна, надо помогать им. Ох, елки-палки, ребята, а сможем ли мы здесь с вами устоять, а? Кто мне скажет? Блин, уже нанесли урон. Слушай, по-моему, ничего не получится. Так, собаку уничтожили. Слушай, слишком много их здесь против меня вышло. Так, давай, кинжальчик, быстрее, быстрее. Ну, так, ребят... Бомбочка. Давайте, наверное, мы кинем мазуту. Вот так вот. Пускай они немножко там застопорятся. Можно, конечно, их сейчас подорвать. Но вроде бы мы потихоньку разбираем их. Единственное, конечно же, что 3 звезды мы уже не получим. Это однозначно. Это как пить дать. Так, и летехи ползут. Летехи — это тоже довольно сильная единица. Может быть, нам... Подожди, ребята. Может быть, вот так сделать и просто взорвать их всех тут, а? Посмотрим, как у нас это получится. Так, пожарничек, и давай, родной, выходи. Пожарник здесь на самом деле имба. Ему как раз огонь по барабану будет. Так, ну-ка. Слушай, ну эти летехи, конечно, бомбят не по-детски. Вы посмотрите, что они творят. Так, но тем не менее одного уничтожили. Давай-ка перейдем ко второму. Опа, собаки. Ребята, ну, фух, нам повезло. Сейчас очень крупно, ребят. Повезло, потому что... Да ладно тебе. Фу, самолетик тоже может за себя постоять, да? Смотрите, а летех это... Ну как, я не скажу, что он ватный, но мы его потихоньку разбираем. Так. Бедная собачка погибла. Давай мазутку сюда бросим. Пускай они там нафиг все горят. Я не хочу, ребята, с ними связываться. Оу, пожарник, ты просто шикарен. Когда ты бросаешь свой топорик с лопаткой, и они как бумеранг возвращаются к нам. Это просто имба. Слушай, сейчас, кстати, волна пойдет. Ну, я думаю, что мы должны, наверное, успеть с вами пробить. Давай, родные мои, напряглись. Жалко, конечно, что автоматчик не может пробивать баррикады, да? Ну, что я могу сказать? Мы этот уровень прошли, и это круто. Ну, одна звездочка, конечно. Ну, в любом случае, мы с вами, если что, ребята, вернемся и сможем переиграть. Нам достается усиленная атака. Угу. Ладно. Так, Ревард. Ох ты, 500 голды мы с вами зарабатываем. Слушай, ну это классно. Деньги нам никогда не помешают. Еще что ли можем взять? Да, ребята, опыта 35 и 35 голды еще сверху. Так, что у нас еще тут осталось, по идее? А вроде бы как и все. Хм. То есть, получается, мы с вами одну миссию только не прошли на 3 звезды, так ведь? Да, 1.14. Это странно. Ладно, ребята, я думал, что у нас тут 3 миссии не пройдено. Ну, фиг с ним. Давайте посмотрим тогда, что у нас. Так, мы сюда не можем, да, зайти. Баланьеза нас встречает. Так, и где мы с вами остановились, ребята? У нас миссия 2.7, 2.5 и 2.9. Это не пройденные на 3 звезды. Слушай, ну давай попробуем, наверное, мы с вами с миссией 2.7. Я рискну, ребята. Так, как мы видим, здесь у нас скелетики вот эти вот бессмертные, да? Их бомбить бесполезно, они все равно будут оживать. Хотя, я не знаю, ребята, если их, например, поджечь, они будут сгорать или нет? Или они все равно будут вставать? Мы это проверим с вами, да? Так, ну что, бегут охламоны. У нас энергия накопилась, давайте, наверное, будем сейчас потихонечку. Тут, по-моему, собаки у нас есть, да? Или их нету? Так, давай начнем с солдата. А, вон они бегут, бегут. Так, ну, отлично получилось, великолепно просто. Надо будет здесь, наверное, нам все-таки
почаще вызывать нашего пожарника. Он стоит 25 энергии. Надо подкопить. Так, ну что, пока неплохо, ребята. Смотрите, вот эти скелеты, они ватные. Они ватные, но не забываем, что они опять встают. И летехи здесь эти, опять же. Так, ладно. Воу, нифига, он себе биноклем бомбанул по псине по моей. Ну что, припух, что ли, совсем, а? Козлодой несчастный. Так, ну, пожарник, давай бомби этих скелетов. Пускай они дальше отдыхают. Так, а мы... Давай вот так вот будем там все поджигать. Знаете, почему я поджигаю, ребят? Потому что я больше чем уверен, что пожарник наш здесь выживет. Возможно, сгорит солдат. Все, что хочет, здесь может произойти. Но пожарник наш будет долго там сражаться. Опа, по-моему, моего сейчас убьют или нет? Нет, пожарник все-таки пришел на помощь и выручил моего автоматчика. Это классно. Слушай, смотрите, от баррикады практически ничего уже не осталось. Сейчас мы ее разбомбим. Я надеюсь, по крайней мере, что солдат успеет сделать это свое дело. Еще и собачка помогает. Слушай, на 3 звезды? Круто. Вообще круто. Так, получаем с вами испандер. Ну что же, new skill. Так, это у нас, ребята, нитрогель. Интересно, и сколько же ты стоишь у нас, а? Для того, чтобы тебя открыть. 800 голды. А у меня всего лишь 700 с лишним. Не хватает, 738. Так, ну что же, ладно, ребята. У нас с вами миссия 2.7 пройдена. А тут у нас 2.9, нет. Лучше мы тогда будем с вами 2.8 проходить. Угу. Тут какая-то бочка у нас. Хм, интересно. Так, а здесь что? Это что такое? Вода или... Слушай, по-моему, это вода. А зачем она здесь, а? Зачем нам здесь вода? Я понимаю, если бы здесь была нефть. Это да, а водичка? Не знаю пока. Токсик, да, у нас тут стоит. Так, ребята, собаки, слушай, довольно быстро бегут. Я думал, они будут, знаете, медленно. Так, тихо, вся орда ломанулась на меня. Ну. Теперь я, ребят, я теперь понял, для чего здесь нужна вода. Вы видели, что когда собака пускает электричество, оно уничтожает всех, кто... Ну, как уничтожает? Наносит урон всем, кто стоит. Опа! Ты понял, что мы сделали? Мы просто взяли из воды и превратили ее в нефтяную лужу. Так это круто. Так, сосисон. Блин, это же замечательно, ребята. Мы, значит, можем с вами поджечь в любую секунду эту лужу. И знаете, что это будет? Это будет просто имба. Так, ой. И вот о чем я вам говорил. Смотрите, все горят. Блин, мой пожарник сейчас, по-моему, траванется. Да. Его, к сожалению, отравили. Но собаки не должны добежать. Хе-хе. Так, голда. Она нам пригодится. Быстро слишком как-то тут все потухло. Я с этим не согласен, если честно. На всякий случай, ребята. Мало ли кто подойдет, мы с вами бросим бомбочку. И все здесь загорится. Как в аду. Так, ну что же, давайте тогда... Слушай, а может быть еще одного пожарника призовем, а, ребят? Вдвоем-то они здесь, наверное, такого шороху зададут. Причем пожарник меня добивает, да, в такой маске. В первобытной. Напоминает мне что-то из Fallout Shelter этот... Энергетический костюм. Что-то типа того. Ну давай, 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 пожарник. Вся надежда на тебя. Он должен, ребят, он обязан просто... А нет, собаки его закусали. Так. Вот, хорошо, что автоматчик прикрывает, да? Еще бегут псы. Молодец. Слушай, ну пожарник крутой чувак. Слушай, мне даже не жалко его будет прокачать. Но деньги нам нужны на другие вещи. Опять же 3 звезды мы получаем с вами. Причем все задания выполнены. Получили с вами гантельку. Так, ну что у нас тут, ребята? Ревард. 50 голды сверху. Это круто. Слушай, мы, кстати, можем, по-моему, с вами купить нитрогель, да? Она стоит 800. А у нас 972. Слушай, давай, наверное, мы... Так, подожди, это не то. Вот, вот нитрогель у нас, да, она стоит 15 ярости, 800 голды, чтобы активировать. Да ладно, была не была, ребят, я хочу приобрести и немножко проапать. 3-й уровень она будет у нас иметь. Так, а за кого ее поставить? Блин, я не знаю, ребят. Кого мы будем с вами убирать? Слушай, наверное, все-таки придется мне убрать отсюда солдата. Я знаю, ребята, это крутой чувак, но надо протестить мне эту нитрогельку. Как она будет себя вести.
Ну что же, как-то вот так у нас будет в данный момент выглядеть наша команда. Кинжальщик, собака, автоматчик, пожарник. Так, тихо, ящик. Вау, еще 200 голды нашли. Хм, прикольно. И у нас, смотрите, ребята, у нас тут слишком большая карта. А миссия только лишь 2.9. Ну что же, давайте приступать тогда к прохождению ее. Ага, бессмертный, я смотрю, собака. Ладно. Я так, кстати, и не посмотрел, сгорают ли я вот эти вот охламоны полностью или же нет. Или они просто падают, а потом опять все равно воскрешаются и идут. Не было такого момента. Так, а вот это плохо, что у нас идет вот этот охламон. Нам по-любому придется, наверное, здесь, ребята, использовать огонь. Так, ну что, давай начнем, наверное... Опа. Так, собаки бегут. Ёлки-палки, как их много. Давай-давай-давай, собачка. Молодец, красавица. Так, теперь вот этих летунов подбить. Давай-ка бочку, наверное, сюда сбросим. Сосиска. Так, пожарник, выходи, пожалуйста. Без тебя нам как-то здесь тоскливо, если честно. Я не знаю, может быть поджечь? А, у меня не хватает ярости. Ладно. Пока не хватает ярости. Пожарнику пофиг на эти взрывы. Так, там что-то упало или мне кажется, ребят? Так, давай еще, наверное, бочку сюда подбросим. Пускай они нафиг все горят. Сосисон. Голда, круто. Бедный мой автоматчик упал. Да сейчас и пожарник упадет. Не хватило маленечко, да, у него здоровья. Оу, собаки, смотри, ребят, как круто горят собаки. Слушай, ну они как только выбегают из лужи с огнем, они сразу же тухнут. Подожди-ка, меня такой расклад не устраивает, если честно. Вот это будет уже по-другому совсем все выглядеть. Собачка, нет. Слушай, она бежала. Она бежала, и это круто. Так, давай-ка, наверное, еще вызовем пожарничка нашего. Мне понравился этот чувак, на самом деле. Очень крутой, да? Он, во-первых, у него есть защита от взрывов. То есть, если взрывается рядом враг, он получает минимальный урон. В то время, как любой другой юнит просто погибает сразу же. Ты посмотри, что собака у меня творит. Просто хочет в одно лицо уничтожить баррикаду. И у нее это неплохо получается. Так только не надо толстяка бомбить. Хотя ладно, это уже не важно, ребята. 3 звезды. Мы сегодня в кураже, ребят. Полностью в кураже, потому что какая уже миссия подряд у нас идет. Так, давай-ка заберем витаминчики здесь, отлично. Так, 389 голды у нас. И миссия 2.10. Так, 2.10, да? Остальное все у нас пройдено. Вот здесь вот... Слушай, здесь еще будет много миссий, судя по всему. И причем довольно... А, у нас только 2.3 не пройдено. И 2.6 на 3 звездочки. Хм. Ладно, поехали, ребята. Так, опять у нас здесь нефтяная лужа. Так, но здесь я вижу, у врагов есть пожарники. Слушай, это плохо. Что пожарники-то у него есть. То есть они такие же, как и мои. Они не боятся взрывов и довольно долго живут в огне. Но это только пожарники. Я надеюсь, их тут не так много. Не так много будет. Так, давай, наверное. Слушай, давай начнем с пожарников. Фиг с ним. Накопим с вами ярости, взорвем эту лужу. И пускай оно все идет ко дну. Единственное, что нам нужно будет как-то противостоять вражеским пожарникам. Что не очень, конечно, будет хорошо. Но главное здесь простоять, согласитесь. Смотри, как пожарник наяривает. Вау, просто имба, ребят. Так, подбили. О, да тут и так все, ребят. Сейчас тут все сгорит. Смотрите, пожарники живучие. Очень живучие. Как ни крути. Я думаю, что нитрогель нет смысла тратить, потому что, мне кажется, она не сработает. А знаете почему? Потому что они горят, ребят. Что-то как-то быстро очень нефть тут прогорает, я смотрю. Так, ты куда там охламон собрался, а? Так, не подпускаем его вообще. Даже на пушечный выстрел к нашему самолету. Так, тут остаются пожарники. Сосисон выпал, да, это у нас? Это круто. Это круто, ребята. Так. Ну вот, я о чем вам и говорил, что им пофиг на взрывы, но зато они неплохо замораживаются. Так, выпала голда. Слушай, у нас, по-моему, есть, ребята, все шансы с вами пройти вот именно этот уровень тоже на 3 звезды. Так, хорошо, шинкуем. Так, давай этого охламона. Сейчас будет, конечно, небольшой взрыв, но что поделаешь.
Собачка, сгори в аду. Хе-хе-хе. Сосисон. Слушай, ну авто... Я вот не знаю, честно говоря, против кого эффективен автоматчик. Вот я как не вызову его против кого-нибудь, он везде вата. Он, может быть, и наносит по два урончика, но... Ни о чем, согласись. Против обычных зомбарей, так у меня против обычных даже собака быстрее справляется, чем этот автоматчик. Так, ты иди баррикады ломай. Давай, отменим. Так, ну что? Очень даже неплохо. Так, через 30 секунд волна. Я думаю, что мы успеем баррикады быстрее пробить, чем эта волна появится. И да. Круто, на 3 звездочки. Опыт, деньги зарабатываем. И 2 библии. Отлично. Ух ты. Ребята, нам открылся новый персонаж. Так. Где он? Вот он. И чтобы... Это снайпер у нас. Чтобы его нанять, нужно 3000 голды. Блин, это очень много. Таких денег я не знаю. Ребята, я, конечно, могу и эти деньги слить, но будем копить все-таки. О, 500 голды сверху. Слушай, ну уже совсем другой разговор. Уже почти 1000 у меня. Так, давай открываем здесь. Так, вот тут. Ящик. Ух ты. Какую-то защиту, ребята, мы с вами открыли. И ревард. Еще 50 голды сверху к нам в копилочку упало. Хм. Слушай, у нас остается только идти по сценарию, да? Получается. 2.12 миссия, я больше ничего не могу сделать. Так. А здесь... Ну, здесь, ребята, уже потом мы с вами вернемся и допройдем. Так. 2.11 и 2.12. Ну, естественно, я буду, ребят, начинать с миссии 2.11. Ох ты, а это еще кто такой? Что это за охламон такой, а, ребята? С какой-то коробкой. Слушай, он идет, он не останавливается. Что будем делать? Ну, я думаю, надо играть, ребята. Перехватывать его или как-то собаку... Сможем? Да, мы собак забомбили. Все, я теперь понял, что этот чувак делает. Он бросает коробку. Так, давай, песик. Стань его, стань, пожалуйста. Так, сейчас тебе пожарник здесь поможет мой. Давай-ка, родной. Ну, как сказать, пожарник тоже наносит не так уж много урона, как я думал. Именно вот этому амбалу. Мне нужна ярость. Мне нужно много ярости для того, чтобы поджечь там все к ядрене фени. Пожарник выдерживает, конечно, бросок. Так, тихо. Не надо тут выкаблучиваться мне. Так, собачка бежит. Господи, ну как же ты вот по этим чувакам наносишь минимальный урон, а? Вот именно по зомби, которые в касках находятся. Да и по ушанке тоже он как-то не особо хорошо бомбит. Дайте мне, пожалуйста, сосисон. Мне нужна сосиска здесь. Так, секунду. Блин, почему у меня, ребята, ярость все никак не накопится? Сколько у нас? У нас бочонок, он стоит 9 ярости. Давай еще пожарника вызовем. Потому что, мне кажется, было бы намного эффективнее, если бы мы здесь все подорвали бы с вами. Поверьте мне. И все бы эти лопухи просто сгорели бы в аду. Так, ну вот эти вот скелеты ватные. Вау, я обожаю, как он делает вот этот свой бумеранг. Просто круто. Так, еще один вышел с коробкой. Что там выпало? А, голда, я думал, сосисон. Так, давай сделаем вот таким вот образом. А, или нитрогель. Фиг его знает, что тут лучше. Бумс. Обалдеть. Так, ну что? У нас достаточно ярости, ребята, с вами. Вот так вот. Пускай они все горят. И, как я смотрю, вот эти вот скелеты... Да, ребята, им по барабану. На огонь они просто встают и идут дальше. Так, опять летуны. Слушай, а мы успеем с вами до волны-то? Ёлки-палки, я совсем забыл, что здесь волна сейчас скоро появится. И играем здесь с вами, наслаждаемся. Так, сосиски, голда, все, что нужно. Так, через 30 секунд, ребята, прибежит волна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, как не вовремя эти скелеты встали здесь. Давай, пожарник, подоспей, пожалуйста. Ты должен успеть. Так, отлично, еще сосиска выпала. Так, а может быть мы, ребята, успеем, а? Нет, не успеем, скорее всего, баррикады пробить. Хотя, 7 секунд, пожарник у меня наяривает. На худой конец, ребята, мы будем здесь поджигать с вами землю. Если сейчас... Опс, не успел. Я не успел.
Давай что-нибудь делать. Что тут можно сделать? Я не знаю, ребят. Давай. Блин, на самом деле я хотел не это бросить. Я хотел бросить бомбочку. Ай-яй-яй. Слушай, по-моему, ребята, нам тут кранты. Я не смогу выкрутиться из этой дурацкой ситуации. Угу. О, бомбочка есть. Горите в аду, упыри. Так, теперь поддерживаем просто-напросто наше пламя с помощью бочек. Пускай они тут все горят. Не то. Ладно, фиг с ним. Ну, смотрите, ребята, мы с вами справились с большей частью волны. То есть, если мы сейчас с вами уничтожаем вот этих всех орлов, то нам остается просто-напросто разбить баррикаду и все. И это будет изи. Я надеюсь. Ну, давай-давай-давай, отлично. Так, давай, собачки, быстрее бегите. Вот этих... Да, смотрите, вот зомби, вот он горит, ребята. Он просто падает и потом опять восстанет. То есть бесполезно его поджигать или что-либо с ним делать. Ну, а мы с вами проходим этот уровень на 3 звезды. Слушай, вот это прикольно. Мы просто дождали с вами волну. Накидали везде горючки, подожгли ее, и они все сгорели. Круто. У нас с вами с бензином небольшая проблема. Всего лишь 5 горючки осталось. И нам хватит, наверное, на пару уровней. А это еще кто такой, ребята? Сцентист. Сцентист, это кто такой? Что-то контролирует мертвых людей. То есть... Ага. Так, а это получается, ребята, что ли босс у нас? Смотри-ка, что он делает. Он вызывает скелетов. Зашибись. Он вызывает просто... И что, так будешь бесконечно, что ли, вызывать их? Эй! Парень, успокойся. Ты прикинь, вызывает армию. Так, ага. Давай-ка попробуем, ребята, их разобрать. Слушай, ну они ватные, по крайней мере. Смотри, мы их просто вообще моментально уничтожаем, сосиска. Так, слушай, нам, наверное, нужно будет здесь также применять тактику поджога, судя по всему. Ты посмотри, какая тут идет армия, она просто бесконечная. Так, давай вот сюда, наверное, бросим. Теперь остается нам только дождаться ярости, да? Когда мы сможем с вами все это взорвать к ядрене фени. Хотя надо еще пару бочек. Во, вот сейчас этот, кстати, упадет и будет взрыв. Вот так вот, пускай горит. Пускай горит этот олух. А что такой маленький урон он получает, а? Он практически вообще не горит. Слушай, он вообще не горит, ребят, он, по-моему... Да? Он у нас в воздухе висит, поэтому он не получает огненный урон, ты прикинь? А я-то тут обрадовался, думал, сейчас мы его подожгем. Нет, не вышло, к сожалению, фокус не вышел. Значит, нам придется его просто-напросто уничтожать в рукопашку. Или как, я не знаю, или автоматчиками. Будем поддерживать здесь огонь. Ну его нафиг. Я не знаю, может быть вот так. А ему и пофиг на взрывы, ребята. Ладно. Слушай, ну это по ходу дела босс на самом деле. Так, разобрались. У него очень мало здоровья осталось. Нам только начать и закончить остается. Так, отлично. Грохнули, грохнули. Так. Слушай, ну его можно оглушить бочкой. Бочкой его можно оглушить. А вот поджечь, по-моему, нельзя. Ну, добрались мы на него. Да, ребята, мы его повергли. Перевернулся он к ядрене фени на своем стульчике на этом. Так, ну что же, мы с вами уже бомбим баррикады, и это круто. Там, правда, у нас есть амбал, который может взорваться, и это будет плохо. Но там пожарники, так что все четко. Давай, родные мои, бомбите. Так, и волна. Все. 3 звезды, блин, мы сегодня, ребята, с вами в ударе просто в каком-то. Серьезно вам говорю. Какая миссия у нас уже идет на 3 звезды, и мы получаем с вами 8 уровень. Это шикарно. Так, мы 2 горючки получили, да, с вами? 2 горючки, 1 гантель и 20 голды. Слушай, ну неплохо. Мало, конечно, но приятно. Плюс 100 опыта в копилочку к нам упало. Так. 5 горючки, да? Давай. О, ребята, 3 ящика. Если я не ошибаюсь, то они падают к нам на склад. Так, здесь можно пооткрывать. И 2.15. Слушай, ну это, по ходу дела, последняя будет миссия. А мы пока открываем с вами ящики. И что же нам выпадет? Так, кошечка, коврик, дальше клевер
и витаминки вместе с гантелькой. Так, давай второй, посмотрим, что у нас будет во втором. Так, опять кошка, коврик, клевер. Так, эспандер и витаминки. Ну, а здесь в последнем, ребята. Коврик, витаминки, витаминки. Это что такое? Это я не знаю, ребят, что такое. Так, ну все, да? Реворд мы с вами забрали. Так, сюда поставим. Больше нету, да? Восьмой уровень нужен, чтобы мы могли еще как-то улучшить наш самолетик. Но я деньги буду, наверное, ребята, экономить. Так, у нас с вами две горюшки. То есть мы с вами можем еще сыграть буквально в одну миссию. Так, 2.13, ага. Тут у нас еще, ребята, есть, оказывается, заначка в закромах. 64 голды, вот это шикарно. И, опять же, кошечка на удачу. Ладно, ребят, погнали. Будет миссия у нас 2.13. Так, опять у нас дождик, опять лужа. И там, смотрите, сколько собак. Я даже не знаю. Так, и бегуны бегут. Так, я боюсь, сколько... О, еще прибавка к псинам. Слушай, я... Ну, придется, ребят, хочется этого или нет, а надо выдвигаться. Ох, ничего себе, ты посмотри, какая армия тут. Меня тут даже сосисон, наверное, не спасет. Офигеть, ребята. За 3 секунды они мне уничтожили самолет. Ты прикинь? Офигеть. Так, а вот это уже круто, ребята. Фиолетовый ящик. Это редкий реворд у нас. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут. 80 опыта, 80 голды. Слушай, почти 1400 у нас монет. А мы вскрываем с вами ящик и смотрим. Так, щит, эспандер. Гантелька фиолетовая причем, ребята. И усиленная атака. Плюс, я не знаю, что такое, какой-то шар. Так, ну-ка. Я не могу, ребята, ничего здесь заменить, к сожалению. Ну и деньги тратить тоже не хочу для повышения уровня нашего самолета. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте я буду завершать эту игру. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим проходить. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.